Всем привет! Сегодня такое небольшое видео, как мы проводим наш отпуск. Вот такие тыковочки. Было их 4 таких больших, 2 мы отдали. Тут еще больше не взвешивала, не знаю, честно, сколько. А 2 оставила. Но одну еще отдам, а одну буду резать, замораживать. Вот, хотела показать, чем мы тут занимаемся. Вот, видели? Вот, видели? Короче, недолго мы жили с порядком во дворе. В общем, Дима вот там режет это, мелко строгает. Хорошие доски мы оставляем. Вот, как говорится, в хозяйстве все пригодится. Ну, мы хотим сделать еще новые грядки и переставить, как говорится, старые. Вот тут вот у нас так металлический мусор и там провода. Это все мы на днях вывезем. Вот здесь мы снесли заборчик, вот такой вот хлюпенький был. Но он, в принципе, нормальный, но из-за того, что вот этот плющ его весь, в общем, убил, уничтожил. И я вот его убираю потихонечку, выковыриваю все. Вот тут лежал весь этот строительный мусор. В общем, сейчас я вам покажу. Мы ездили, искали везде камни для прудика. Смотрите, сколько я уже камней навыковыривала. В общем, еще на один прудик хватит. Поэтому прудик я завтра буду немножечко переделывать. Решила его немножечко. В общем, будет уже третья версия прудика. И вот там в угол я скидываю сейчас такой бетонный мусор. В общем, здесь его закопано. Помимо того, что мы свой мусор уже весь вывезли, вот сейчас я уже выкапываю вот здесь вот вдоль забора. Вот если видите, вот они, эти камни. Тут еще остались. И вот так они лежат вдоль этого бордюра бетонного. И помимо камней хороших, которые пойдут в дело, еще вот, короче, вот такой строительный мусор. Да, вот этот заборчик тоже берется. Дима здесь поставит новый забор. Ну, вот этот, как говорится, благородный металл, который можно сдать за деньги, тут стоит. А там, который мусор, за который надо платить деньги. И вот уже мешок вот этого плюща я уже навыдергивала. Кстати, убрала томаты, они же все умерли. Один кустик я оставила, может быть, на нем что-то доспеет, потому что я вчера собрала целый тазик полузеленых. Поэтому надеюсь, что эти, может быть, как-то еще здесь повисят. Вроде бы как не плесневеют, не без грибка, поэтому я их оставила, этот кустик. Ну, перчику хоть бы что. Все замерзло, у нас было очень холодно. 8 градусов было уже. 8 градусов, это обалдеть. Это вот сегодня такое вот просто возвращение лета. Начало сентября, к нам вернулось лето. Вот эти вот балконные томаты, они немного еще пережили холодрыгу, а те большие нет. Сейчас я покажу. Вот это я вчера повыдергивала. Вот это все уже вот все. Все вот такие вот они все. Само растение, вот видите, она уже. Это я вчера только выдернула. Я все надеялась, что будет теплее и теплее. Короче говоря, все замерзло. Просто-напросто. Ну, а вот то, что так прикрытых грядках, то, что с борсиками, все нормально. Вот там еще есть кабачки. Это у меня фенхель сейчас зацветает. Там еще желтый большой кабачок. Здесь уже один зеленый сорвала. Тут и сельдерейчик. Вот. Тут я уже начала выбирать воду из пруда. Уже половину выбрала. Там рыбки есть, поэтому я сейчас пока оставила. Ближе к вечеру повыбираю еще остатки воды. Там вот там есть у нас семейка лягушачья живет. Надо будет все это повыковыривать. И немного завтра я буду переделывать. Это уже будет третья версия, в общем. Но я надеюсь, уже заключительная. Но это только потому, что я нашла кучу камней. И хочу сделать еще здесь чуть-чуть пошире. И что-то типа альпийской горки уже будет. В общем, опять буду менять. Ну, такая вот у меня натура перфекциониста, чтобы все было как положено.
Тут вчера я купила цветочки. Это опять-таки мои любимые гортензии. Это Риспан гортензии. Это такие большие грозди. Все, в общем, купила по ангиботу. Все это стоило около 20 евро. И мы купили по 10. Это анемоны. Это, в общем, тоже очень красиво. Они очень хорошо высокими кустами растут. Практически как изгородь вырастает. В общем, очень красивые. Пока стоят в горшках, буду думать. Олеандр не купила вчера еще. Встретила один олеандр красивый. У меня кустарником, а там было деревом. Ну, блин, пока у нас тут вот такая вот беда. Ох, господи, когда порядок будет, я не знаю, наверное, никогда. Вот. Это мы начали, вернее, не начали, а уже закончили. Мы убрали наши старые 80-летние черешни. Они были уже настолько старыми, что, ну, в общем, бесполезные. И теперь у нас только солнце на участке. Мы, конечно, посадим молодые деревья. Тут еще ствол на месте, Дима еще не спилил. А эту черешню уже полностью изничтожили. Еще надо будет расчистить вот эти кустарники, потому что за ними тоже есть уберашенка, то есть, как это сказать, сюрприз. Приз-сюрприз. Там у нас тоже строительный мусор от прежних хозяев. Целая гора строительного мусора прячется вот под этим симпатичным кустиком. Вот этот вот орех мы... Не знаю, Дима уже начал его убирать. И вот. Уже там несколько веток спилил. Может быть, весь убирать не будем, просто приведем немножко в порядок. А тутовник переехал вон туда в угол, потому что он что-то так разрос. Я его уже немножко подстригла, чтобы легче было ему прижиться на новом месте. Там больше солнышка, ему там будет очень хорошо. А вот эти старые кусты, они тоже болели. Вы не подумайте, что мы уничтожаем хорошие растения. Вот так, видите, вот они. Этот куст, его съела какая-то, я не знаю. В общем, он был весь в паутинке в какой-то. Ну, в общем, заболел, и сказали, что это, в общем, что-то заразное. В общем, у кого вот такие вот кустарники есть, лигустр, но я не знаю, это лигустр или как там по-другому называется, у него более мелкие такие, более плотные листики, они у всех болели. Поэтому вот так получилось. Убрали. Ну, там уже участок соседа. Мы еще подумаем. Тут еще куча мусора, ну, в смысле не мусора, а нам некогда было заниматься участком, пока мы делали ремонт в доме. Вот сейчас уже, когда практически закончили, пока восстанавливаем кислотно-щелочной баланс в кошельке, занимаемся участком. В общем, опять мусор, мусор, мусор и немножко цветочков.